Почему Мавра является совершенной криптовалютной системой, которую невозможно разрушить? Новый Мавра использует блокчейн-технологию. Блокчейн – это распределенная база данных, у которых устройства хранения данных не подключены к общему серверу. Вся информация распределяется между миллионами компьютеров. Подделать или удалить даже часть этой информации невозможно. Каждый блок содержит метку времени и ссылку на предыдущий блок. Мавра базируется на технологии Ethereum. В свою очередь, Ethereum представляет собой платформу, созданную для разработки децентрализованных приложений, которые базируются на блокчейне, используя умные контракты. По своей структуре Ethereum – единая децентрализованная виртуальная машина. Мавра защищена от стороннего вмешательства, обвала курса и действий властей. Алгоритм распределения токенов и функционал системы прописан в смарт-контрактах Ethereum. Платформа предоставляет полезный функционал для других MLM-систем и позволяет создавать собственные децентрализованные структуры с открытыми транзакциями и собственной внутренней криптовалютой. Все эти моменты прописаны в смарт-контракте Ethereum, на которой базируется весь функционал Мавра. Доля токенов для функционирования многоуровневого маркетинга ограничена 10%. Расширение системы больше не будет осуществляться только за счет ее участников. Следовательно, принять участие в развитии Мавра и заработать на приглашениях в систему смогут только первые участники. Ведь после исчерпания резервного баланса токенов 10% от общей эмиссии партнерская программа будет закрыта. Остановка деятельности прошлых проектов случалась только потому, что не хватало технологий, чтобы полностью обезопасить систему. Сейчас эти технологии появились, и на них основана платформа Мавра. Подведем итоги. Система полностью надежна и безопасна за счет использования криптографии. Алгоритм распределения средств прописан в смарт-контракте. Отсутствуют крупные держатели токенов, которые могли бы манипулировать курсом валюты. Максимальная сумма, на которую один аккаунт может приобрести токены Мавра, это 100 эфириумов. Абсолютная защита и децентрализация. Никакое стороннее вмешательство больше не в силах навредить стабильности системы. Полезность платформы для всего мирового сегмента MLM-бизнеса. На основе платформы Мавра любая MLM-компания сможет внедрить собственную криптовалюту и использовать возможность моментального распределения партнерских вознаграждений, таким образом сделав все распределение средств партнерской программы между всеми уровнями абсолютно прозрачным, автоматизированным и моментальным. Мавра – это совершенная криптовалютная экосистема. Уже сейчас весь мир уходит от традиционной экономики в криптовалютную, а возглавит криптовалютную экономику Мавра. Мы меняем мир. Мировая экономика 2017 года стремительно приближается к коллапсу, вызванным проблемами централизованного управления, коррупции и лжи. Правительства лгут своим гражданам, используя нас с вами как рабов. Огромные корпорации контролируют все мировые рынки, не позволяя людям проявить себя и вырваться из этих крысиных бегов. В 1989 году была создана финансовая система МММ. В 1994 году МММ активно расширилась по всей стране, предоставляя дивиденды в размере от 300% в год. На пике развития в компании МММ насчитывалось около 15 миллионов вкладчиков. Основатель МММ Сергей Мавроди занимал 12 место в рейтинге самых влиятельных российских бизнесменов страны. Оборот компании составлял около 50 миллионов долларов США в день. Правительство начало войну с МММ и Сергеем Мавроди, потому что государству было невыгодно, чтобы люди зарабатывали большие деньги. В августе 1994 года Сергей Мавроди был арестован, и все активы компании были украдены государственными органами. Правительство закрыло все офисы МММ. В 2011 году Мавроди вновь открыл социально-финансовую сеть МММ Global с дочерними компаниями в 110 странах, но столкнулась с проблемами централизации и прозрачности. Время перемен настало сейчас. Мавра – это флагманское решение с децентрализованной и абсолютно прозрачной платформой для многоуровневых маркетинговых структур. Это решение основано на блокчейн Ethereum. Теперь Мавра неуязвим. Мавра – это организация, созданная для предоставления децентрализованного технологического решения для обработки платежей и поддержки пользователей и MLM-бизнеса посредством прозрачности. Все транзакции записываются в блокчейне и являются публичными. Открытая и децентрализованная платформа MLM будет включать API и кошелек, который изменит всю индустрию MLM во всем мире.
Инновация смарт-контрактов обеспечит систему вознаграждения, сделав ее прозрачной и децентрализованной. Все эти функции станут мощными заменами для текущих рыночных решений. Революция для мировой экономики здесь. Мы можем многое. Финансовый апокалипсис неизбежен. Мавро.